понедельник в Самарской области ожидается солнечная и теплая погода. Днем плюс 13, плюс 17, ночью 4-6 выше 0. Южный, юго-западный ветер 3-5 метров в секунду. В Сызрани безоблачно. Днем плюс 14, ночью плюс 5 градусов. Южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем плюс 12 градусов, ночью 4 выше 0. Ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 13 градусов, ночью 4 выше 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 50%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.